Давайте откроем 21 главу Матфея и посмотрим, как получить эту силу. Мы продолжаем говорить о вере, и сегодня я хочу показать вам, как получить эту силу и как добиться результатов. Как получить силу или как добиться результатов? Если вы не видите результатов в своей жизни, я хочу дать вам ряд практических шагов, которые помогут это изменить. Я не скажу ничего нового. Вы много раз об этом слышали. Но теперь вам предстоит решить, хотите вы это применять, чтобы увидеть результат. Многие люди не видят результатов просто потому, что они, может быть, из-за своей лени не делают того, что от них требуется. Пришло время перестать лениться. Прислушайтесь к тому, что я говорю. Начните это применять. Подумайте, как можно применить это на практике. И запомните, пока вы не примените это на практике, вы ничего не добьетесь. Послушайте меня внимательно. Сегодня мы это изучим. Я постараюсь быть как можно менее эмоциональным. Я расскажу вам, как это сделать. А ваша задача начать это делать. Применяя это на практике, вы увидите результат. Итак, начнем. Мы говорим о том, как получить силу или как добиться результата. Вы знаете, что любая неудача в жизни ⁇ это результат отсутствия молитвы. Пока молитва не станет основанием успеха, вы будете терпеть неудачу за неудачей. Если вы хотите увидеть результат, это станет возможным только тогда, когда молитва станет образом жизни. Молитва — это мое личное мнение. Я в этом убежден. Это величайшее призвание. Пренебрегая молитвой, вы лишаете себя возможности увидеть ее плоды и силу в своей жизни. Величайший проповедник сороковых сказал, он ездил по разным местам, собирал большие залы. На его собраниях происходили потрясающие чудеса. Так вот, когда его спросили, почему это происходит, он ответил, что силу его словам придает молитва. Молитва придавало его словам силу, давала ему возможность добиваться таких результатов, которых в то время ни у кого не было. Он мог поехать туда, где никто не знал о его приезде. Но перед этим он много молился. И молитва придавала его словам силу. Подумайте об этом. Она придавала его словам силу, иначе говоря, давала его словам способность добиться цели. Молитва не только придаст силу вашим словам, она наполнит силой вашу жизнь. Но для этого вы должны решить ⁇ Я буду молиться ⁇ Причем не просто молиться, а говоря о молитве как образе жизни. Вы можете по часу молиться с утра, а потом целый день не вспоминать о Боге. Секрет в том, чтобы молиться постоянно, это значит, что я молился час или два с утра. А что дальше? Много лет назад я проповедовал на тему, которая называлась Завет мира, говоря о том, что иногда мы теряем мир, и что нужно для того, чтобы... Я часто об этом говорю. Потому что, проповедуя о страхе, нельзя не сказать о том, как обрести мир. После того, как вы получили свободу от страха, нужно научиться сохранять мир. Вы помните, что мир — это уверенность среди смятения. Когда евреи приветствуют друг друга, они говорят «Машалом», «Как твой мир?» И отвечают «Все хорошо». Все хорошо. Я помню женщину, у которой умер сын. И когда ее спросили, как твой мир, ее ответ прозвучал абсолютно нелогично на тот момент. Она сказала, со мной все хорошо. Как ты можешь так говорить, когда на самом деле все так плохо? Тем самым она привела в действие завет мира. К вечеру того дня ее сын воскрес из мертвых. Своим исповеданием она привела реальность в соответствии с Божьим Словом. Моя жена решительно заявила, что отныне, что бы ни случилось, мы будем говорить, что у нас все хорошо. Нам приходилось буквально хватать себя за язык. Я только начинаю что-то говорить, она все хорошо? А? А, ну да. Ну да, все хорошо. Я продолжал это дело до тех пор пока буквально не довел это до автоматизма. У нас все хорошо. Возможно, в вашей жизни есть что-то такое, что должно воскреснуть, и нужно подготовить для этого почву, говоря «все хорошо». Даже если весь ад против вас, не сдавайтесь, все хорошо. Братья и сестры, это результат постоянной молитвы. Когда вы делаете это постоянно, в течение всего дня, а не полчаса в день, когда вы молитесь в режиме нон-стоп, вы видите результат. Не отступайте от этого. Продолжайте молиться и проводить время с Богом. Необходимо желание молиться. Когда вы просите у Бога это желание, когда вы говорите, Боже, дай мне желание молиться, проводить с тобой время. Но просто желания мало. Вам потребуется дисциплина, чтобы это выполнить. Я этого хочу. Но теперь мне нужна дисциплина, чтобы это выполнить. Дух Святой дай мне дисциплину. Чудеса начнутся, когда молитва будет доставлять вам удовольствие. Когда вам будет в радость проводить с ним время. Когда вы с удовольствием начнете молиться, вот когда начнут происходить чудеса. И запомните, для этого мало просто иметь силу воли. Силы воли недостаточно. Люди пытаются освободиться силой воли, но на одной силе воли далеко не уедешь. Я говорю о силе духа, о том, чтобы положиться на него и попросить его об этом. Святой Дух, дай мне желание молиться. В это время вы полагаетесь на то, что он сделает, и в этот момент вы чувствуете в себе это желание, которое зародилось в результате вашего обращения к Духу Святому. Боже, дай мне желание молиться. Самое время набраться смелости и признаться себе в том, что я не хочу молиться. По крайней мере, это будет честно. Вы признаете, что вам нужна помощь. Вы нуждаетесь в том, чтобы Святой Дух помог вам молиться. Святой Дух, дай мне желание молиться. Господи, дай мне желание. Дай мне желание. Попросите Его об этом, и Он поможет вам и даст вам желание молиться. Что касается дисциплины, вы решили молиться каждый день в одно и то же время. Вы не обязаны это делать, но вы говорите, я хочу дисциплинировать себя, пока это не войдет в привычку, и молиться каждый день в одно и то же время. Потом вы говорите, я буду молиться два раза в день, я хочу еще больше времени проводить с Богом. Это не зря. Вы увидите результат. Вот что такое сила. Сила, приносящая результат. Сила, которая не приносит результатов, это бессилие. Настоящая сила приносит результат когда в вашей жизни происходит то, чего другим не под силу. Чтобы преодолеть экономический кризис, правительству нужна сила. Умом и стратегией его не преодолеть. Для этого нужна сила. Есть вещи, которые вам не по силам. И чтобы с ними совладать, необходимо помазание и небесная поддержка. Когда вы это делаете, и у вас все хорошо, и вы видите результат. Это доставляет вам радость, потому что молитва приносит результат. Я обожаю это. Молитва приносит результат. Совсем скоро вы узнаете, как исследовать свою жизнь. В Ветхом Завете мы читаем, что они исследовали землю. И что это значит? Матфея 21, 12. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул скамьи миновщиков и столы продающих голубей». На прошедшей молитвенной конференции мы использовали такой термин, как «храм очищения». В храме очищения видны ваши истинные желания. Когда вы готовы очистить свой храм, простить своих обидчиков, любить всех людей и прочее. И теперь, когда вы стали храмом очищения, вы хотите меняться, и это проявляется в стремлении очистить свой храм. Понимаете? Смотрите, что дальше. И говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Смотрите, теперь после того, как вы очистили свой храм, он называет вас домом молитвы. Это говорит о том, что теперь мы можем дисциплинировать себя, чтобы быть этим домом молитвы. Смотрите, что дальше. «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». После того, как мы стали домом молитвы, мы получаем силу. И вот теперь мы увидим результат. Только так, а не наоборот. Нельзя получить силу, не будучи домом молитвы. В Новом Завете мы находим множество подтверждений этому. Иисус постоянно молился, и это приносило свои плоды. Он молился везде, молился постоянно, и это приносило свои плоды. На примере Иисуса мы видим, что нужно, чтобы прожить полную силу жизни. Молиться везде, молиться постоянно, а в промежутках наслаждаться результатами. После того, как люди начали исцеляться, из дома силы они превратились в дом истинного поклонения. Это и есть этапы наслаждения. Когда мы видим исцеление и силу, то нам в радость проводить время с Богом. Это доставляет огромное удовольствие. Итак, мы видим, первое, если мы хотим получить силу, то обязательным условием для этого является качество молитвенной жизни. И чтобы помочь вам хоть как-то в этом разобраться, давайте откроем 41-й псалом. Итак, мы выяснили, что если вы хотите получить силу, молитва должна стать вашим образом жизни. Дальше. Есть ряд составляющих, ряд внутренних качеств, необходимых для того, чтобы получить эту силу. В 41-м псалме мы читаем то, что я называю порядок Давида. Порядок Давида. Прежде всего важно понять, что это был за человек. У него были результаты. Когда он воевал, он добивался результата. Он шел и добивался результата. Что бы о нем ни не говорили, у него были результаты. Давайте прочитаем 41-й псалом, первый стих. Готовы? Читаем. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Лань — это олень женского рода. Смотрите, какая жажда, какой голод. Дальше 42 стих. «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Если вы хотите увидеть результат в своей жизни, вам не обойтись без этой составляющей, а именно жажды по Богу. Я хочу жаждать Бога. И, наверное, это самое главное, потому что если я хочу, чтобы моя молитва давала мне силу, я должен жаждать Бога. И это еще одно, о чем вы можете просить Бога. «Господи, научи меня жаждать Тебя. Дай мне жаждать Тебя». Дай мне жажду. Просите об этой жажде. И здесь Давид говорит, Господи, я жажду тебя, как олень стремится к потокам воды. Так, я жажду тебя. Я жажду тебя. Мне так тебя не хватает. Читая Библию, мы видим, что у тех, кто добился в жизни результата, было одно общее качество. Они были людьми, ищущими Господа. Они жаждали Бога. Все их существо было устремлено к Нему. Церкви так не хватает этой жажды. Я молюсь, чтобы Бог дал церкви жажду, чтобы люди настолько жаждали и стремились к Богу, чтобы эта жажда понуждала их идти в церковь и в дождь, и в снег. Я жажду Бога. Зачем ты идешь в церковь? Я жажду Бога. Чтобы в воскресенье их тянуло в церковь. Я жажду Бога. Мне не хватает Бога. Молитесь со мной, чтобы в этой стране, в людях, проснулась жажда по Богу, тяга к Нему, желание чего-то большего, потому что в тот момент, когда в нас просыпается эта жажда, мы начинаем искать его. В Библии сказано «Ищите и найдете». А когда в нас просыпается жажда по Богу, тяга к Нему, мы начинаем искать Его. Нам хочется читать Библию, слушать христианскую музыку. Слушаешь и хочется еще и еще. Говоришь с ним и не можешь сдержать слез, потому что приходишь к Отцу и хочется молиться и переживать это снова и снова. И теперь, после того, как в нас проснулась эта тяга, эта жажда, это стремление быть с Ним, говорить с Ним, теперь, после того, как мы помолились, Наша жизнь наполняется силой, и мы видим результат. И от этого в нас просыпается еще большая жажда и голод. Вчера я читал место Писания, где написано: «Живите в мире и будьте благодарными». Мир и благодарность. Во-первых, нужно всегда оставаться в мире. И второе, не терять благодарности. И я снова вспомнил, у меня все хорошо. Это не значит, что отныне все будет гладко, при этом ваша задача оставаться в мире и продолжать благодарить. Это значит, что я ничего не жду, но за все благодарен. Я ни от кого ничего не жду, но за все благодарен. Вы слышите? Это помогает избежать разочарования. Распространенной причиной разочарования служат обманутые ожидания. Послушайте, я жажду его, хочу быть с ним, мне его не хватает. И я стремлюсь восполнить этот дефицит, когда говорю с ним по дороге домой с работы. Это жажда, которую никто не может утолить. Если вы это пережили, поверьте, вы увидите результат. Вы увидите. Время, проведенное с Богом, не пройдет зря. В Его присутствии вы обретаете радость и все потребное для жизни и благочестия. Вы скажете, «Но я молился, и ничего не произошло». Но вы же сами отсрочили исполнение обещания своим негативным отношением, недовольством, нытьем. Вот почему так важно сохранять мир и благодарность. Часто мы сами себе вредим своим плохим отношением, нытьем. Неблагодарный человек никогда не увидит результат и не сможет насладиться Божьими благословениями. Чтобы понять причину своих неудач, посмотрите, что вы говорите. Попросите Бога, давайте скажем, Отец, дай мне жажду и голод, чтобы я жаждал твоего присутствия. Вслушайтесь в эти слова. Я жажду твоего присутствия. Давайте откроем книгу Исаи 55 главу. Исаия, 55 глава. Одно я знаю совершенно точно. Если вы сострадательный человек, научите людей Слову. В Библии сказано, что Иисус сострадал им и учил их. Он сострадал и учил. И поймите, я не отстану от вас, пока вы это не поймете. Моя жена часто говорит, кто-то должен понять, что его жизнь может измениться. А если все останется как есть, мы зря теряем время. Поймите, ваша жизнь может измениться. Давайте откроем книгу Исаия. Исаия 55, 1. Исайя 55, 1. Какие потрясающие слова. Давайте прочтем. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Остановитесь и послушайте все». Кто жаждет? Идите к водам, даже если у вас нет денег. Все равно идите. Даже если у вас нет денег, все равно идите. Смотрите, он обращается к тем, кто жаждет. Жаждущий пусть приходит. Даже если у вас нет денег. Он говорит, если жаждешь, я дам тебе все что тебе нужно. Только тому, кто жаждет, кто голоден, я дам все, в чем он нуждается. В оставшееся время я хочу сказать нечто очень важное. Как я уже говорил, нам нельзя забывать о важности молитвы. И нужно всегда поддерживать себя в состоянии духовной жажды, стремления к Богу. Но я также верю, послушайте, подумайте об этом. Да, я молюсь и хочу иметь близкие отношения с Богом. А зачем? Зачем мне это надо? Большинство из нас весьма смутно представляют себе, зачем это надо. Это придаст мне сил. А как? Может быть, что-то упадет на вас с неба, сила. Сила, откуда она берется? Но ты же сам сказал, молись, жажди и получишь силу. Моя цель сегодня Заинтересовать вас, вызвать у вас интерес. Смотрите, когда я провожу время с Богом, например, читаю Его Слово, молюсь, хочу иметь близкие отношения с Ним. Зачем? Потому что я хочу слышать Его голос. Потому что я хочу слышать Его голос. Вы скажете, да, я молюсь по пять часов. Хорошо. А что он вам сказал? Подумайте об этом. Что он вам сказал? Я читаю по пять глав. Хорошо. А что он вам сказал? Да я целый день провел с Богом. Замечательно, похвально. А что вы получили? Подумайте об этом. Подумайте об этом. Как я уже говорил, если посещение церкви, пост, молитва не дают результат, зачем мне все это? Я пощусь, молюсь, ищу Божьего лица, жажду Его и стремлюсь к Нему, потому что хочу слышать Его голос. Потому что Его слова дают мне способность добиться результата. Представьте, вы стоите у запертого сейфа, и я сообщил вам шифр, чтобы вы могли его открыть и взять то, что в нем находится. С этой точки зрения я хочу воспользоваться тем, что читал всю жизнь, и мне казалось, что я это понял. Хотя теперь я понимаю, что понял это лишь отчасти, но все же больше, чем раньше, чему я очень рад. И я рад поделиться этим с вами. Давайте откроем Римлянам 10 главу. 17 стих. Римлянам 10 глава, 17 стих. Я был просто изумлен, когда прочитал это с тем откровением, которое дал мне Бог. Я не мог оторваться. Давайте прочитаем Римлянам 10, 17. Так, словно вы видите его впервые, забыв про все что вы о нем слышали и знаете. Готовы? Читаем. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Позвольте вас спросить на основании того, что мы только что прочитали. Откуда берется вера? От слышания. Итак, давайте подытожим. Мы выяснили, что вера от... Слышание. Теперь мы знаем, что вера от слышания, то есть я должен что-то услышать. Также мы знаем, что вера приходит от слышания Слова Слова Божьего. С годами это свелось к тому, что вера приходит от слышания того. Что мы прочли в Библии. Но здесь не это имеется в виду. Конечно, то, что мы читаем в Библии, очень важно. Но он говорит, вера придет от того, что ты слышишь. У нас же это сводится к тому, что я не слышу, а читаю, пытаясь подкрепить свою веру тем, что я прочитал. Совершенно не замечая, что я ничего не слышал. Но то, что я прочитал, должно стать некой отправной точкой, чтобы помочь мне услышать. Если я не услышу, вера не придет. Потому что вера приходит, когда я слышу Божий голос. Слушаю Его слова. В этих словах. Скрыт очень важный подтекст. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Очевидно, что если я хочу услышать Бога, Он должен заговорить. Он должен что-то сказать. Аллилуйя. Давайте откроем 28-й псалом. 28-й псалом, 4 стих. Когда вы откроете это место, посмотрите, что здесь говорится о голосе. Давайте прочтем четвертый стих. Готовы читаем? Глаз Господа силен. Это то, что нам и нужно. Нам нужны результаты, да? А он говорит, сила в голосе. Глаз Господа силен. Вера от слышания, от слышения от Слова Божьего. Но отсюда не совсем ясно, что вера, Божья вера, приходит не тогда, когда я читаю Библию. Этого мало. Я хочу вам кое-что прочитать. Этого мало. Возможно, вас это удивит, но Божье Слово не породит в вас веру. Вера ⁇ это ключ к Божьей силе. Давайте прочитаем. Римлянам 10.17. Прочитаем так, словно вы видите его впервые, забыв про все, что вы о нем слышали и знаете. Готовы? Читаем. Итак, вера от слышания — Позвольте вас спросить, на основании того, что мы только что прочитали, откуда берется вера? От слышания. Итак, давайте подытожим. Мы выяснили, что вера от слышания. Теперь мы знаем, что вера от слышания. То есть я должен что-то услышать, так? Также мы знаем, что вера приходит от слышания слова. Слова Божьего. С годами это свелось к тому, что вера приходит от слышания того, что мы прочли в Библии. Но здесь не это имеется в виду. Конечно, то, что мы читаем в Библии, очень важно. Но он говорит, вера придет от того, что ты слышишь. У нас же это сводится к тому, что я не слышу, а читаю, пытаясь подкрепить свою веру тем, что я прочитал, совершенно не замечая, что я ничего не слышал. Но то, что я прочитал, должно стать некой отправной точкой, чтобы помочь мне услышать. Если я не услышу, вера не придет. Потому что вера приходит, когда я слышу Божий голос, слушаю Его слова. В этих словах скрыт очень важный подтекст. Вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Очевидно, что если я хочу услышать Бога, Он должен заговорить. Он должен что-то сказать. Аллилуйя. Давайте откроем 28-й Псалом. 28-й Псалом, 4 стих. Когда вы откроете это место, посмотрите, что здесь говорится о голосе. Давайте прочтем 4 стих. Готовы? Читаем. «Глаз Господа силен». Это то, что нам и нужно. Нам нужны результаты, да? А он говорит, сила в голосе. Глаз Господа силен. Вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Но отсюда не совсем ясно, что вера, Божья вера, приходит не тогда, когда я читаю Библию, этого мало. Я хочу вам кое-что прочитать. Этого мало. Возможно, вас это удивит, но Божье Слово не породит в вас веру. Вера ⁇ это ключ к Божьей силе. Вера ⁇ это ключ к Божьей силе. Не слезы. Мы уже знаем, что единственный способ получить силу, это вера. Послушайте. Мало просто слушать Божье Слово. Братья и сестры, сегодня я проповедую вам Божье Слово. Но вам мало просто слушать. Мало просто слушать, что я говорю. Мало слушать проповеди на дисках. Это только начало. И это надо делать, но это еще не все. Это только начало. Начало. Но в большинстве случаев, и особенно в том, что касается веры, мы этим ограничиваемся. Мы говорим о том, что вера приходит от слышания, чаще всего имея в виду то время, когда мы слушаем проповедь. Признаться, я был шокирован, когда понял это. Потому что незадолго до этого он пишет, ⁇ И как проповедовать, если не будут посланы? ⁇ Другими словами, это значит, как проповедовать, если они об этом не слышали? Послушайте меня внимательно, потому что для того, чтобы донести это до церкви, мне придется проповедовать об этом бесконечное количество раз чтобы вы это поняли. Вот почему люди не видят результатов. Они думают, что для того, чтобы поверить, достаточно послушать проповедь. Это не так. А знаете, что вы получаете на проповеди? Вы получаете информацию. Но вера не приходит посредством только информации. Информация служит отправной точкой, потому что не имея информации, вам неоткуда получить откровение. А без откровения не будет веры. Послушайте внимательно. Сегодня мы коснемся этого поверхностно, а в ближайшей неделе рассмотрим более детально. Истинная вера, послушайте, истинная вера приходит, когда я слушаю Бога. Мало просто слушать Божье Слово, необходимо услышать Его от самого Бога. Мало просто слушать Божье Слово, необходимо услышать его от самого Бога. Два человека читают один и тот же стих, и только один видит результат. Почему? Спросите его, почему? Я читал этот стих, и Господь сказал мне это сделать. А, то есть он услышал, а потом увидел результат. Часто, когда мы слышим свидетельство, мы говорим, я возьму этот стих за основу. Бог ведь нелицеприятен? Да, Бог нелицеприятен, но поймите, что если вы возьмете его за основу, то, скорее всего, Бог будет говорить с вами по-другому, нежели с тем человеком. Ваша задача ⁇ услышать, что Бог говорит вам. Потому что то, что Он говорит вам, принесет вам успех. И возможно, это будет не похоже на то, что Он говорил кому-то другому. Хотя все началось с одного стиха, с одной проповеди. Посредством всего одной проповеди Бог может дать сто разных направлений сотню разных людей, которые услышат ее каждый по-своему. Истинная вера приходит когда ты слышишь Бога. Это значит, что пока за проповедью вы не услышали голос, вера не придет. Пока за проповедью вы не услышите голос, вашей вере неоткуда будет напитаться. Послушайте. Невозможно следовать за Богом, не слушая Его голос и не следуя водительству Святого Духа. А иначе это просто буква закона. А в Библии сказано, что буква убивает, а дух животворит. Невозможно следовать за Богом, не слушая Его голос и не следуя водительству Святого Духа. Мы часто говорим о начатках веры. Читай Библию, размышляй над Словом, проводи время в Слове. А зачем? Чтобы слышать Его голос. Чтобы слышать его голос. Проще простого. Зачем я говорю? Размышляйте над словом, читайте Библию постоянно и тогда станете успешными и увидите результат. Потому что вы что-то услышите. В расширенном переводе написано, она научит вас с мудростью вести дела. Общаясь с Богом, слушайте, что Он говорит. Так, где моя Библия? Смотрите. Я провел много времени, стараясь как можно более тщательно изучить все эти вопросы, чтобы постепенно у вас сложилась полная картина, и вы это поняли. Вот лишь некоторые моменты. Истинная вера приходит, когда мы слышим Бога. Мы это поняли. Невозможно следовать за Богом, не слушая Его голос и не следуя водительству Святого Духа. И это понятно. Дьявол искушал Иисуса, говоря, «Сбросься отсюда вниз, ибо написано». На что Иисус ответил, «Я ничего не делаю от себя, а только то, что услышу от Отца». Может, и написано, но я должен это услышать. Когда я нуждаюсь в чуде, переменах, или мне нужен результат, все начинается не с веры, а с того, чтобы услышать слово от Бога, на которое моя вера может опереться. Не просто буква закона, а животворящий дух. Вот почему один человек видит результат, а другой нет. Дальше. Смотрите. Деяние, 22 глава. Скоро вы поймете, почему этот человек добился таких результатов. Итак, посмотрим. Деяние, 22 глава. Вы ведь пришли научиться, да? Хорошо. Хорошо. Я подумал, что нам всем нужны результаты, потому что если у вас будут результаты, вы захотите вернуться и послушать меня еще. Я не хочу, чтобы все было как всегда. Я хочу, чтобы вы пришли, научились, а потом пошли и задали дьяволу хорошую трепку. А потом пришли и сказали, я вижу результат. Правда? Да, потому что когда ты проповедовал, Господь сказал. Когда я слушал диск, Господь сказал. Когда я молился, Господь сказал. Смотрите. Деяние 22.6. Здесь сказано, когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Это Савол, впоследствии известный под именем Павел. Он пишет, «Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх. Но голоса, говорившего мне, не слыхали. Написано, что его спутники видели свет. Но только Павел слышал голос. Вы все слышали тот стих, который я только что прочитал. Вопрос в том, кто из вас услышал голос за словами стиха. Очевидно, что через это Бог хотел что-то сказать. Смотрите, свет приравнен, свет приравнен к надежде. Свет приравнен к надежде. Свет приравнен к надежде. Тогда как голос — это нечто реальное. Когда вы читаете Библию, вы видите, какой может стать ваша жизнь. Читая Библию, вы понимаете, на что можете надеяться. Надежда ⁇ это предвкушение будущего. Итак, свет приравнен к надежде. Тогда как голос, это нечто реальное, осязаемое. Смотрите, если все, что у вас есть, это свет, то есть надежда, но нет реальности, и вы никогда не слышали голоса, голоса стоящего за этим светом. Вы так и будете надеяться. Ваша надежда не подкреплена реальностью. В Библии сказано, надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. Кто из вас помнит это место? Как говорит Глория Копланд, я цитирую, Многие верующие слушают проповедь, лишь немногие слышат голос, который за этим стоит. Свет, о котором здесь говорится, олицетворяет надежду, тогда как голос символизирует реальность. А если вы видите только свет, но не слышите голоса, это значит, что ваша вера не имеет под собой основания. Если вы видите только свет, но не слышите голоса, если вы слушаете проповедь, но не слышите голос, у вашей веры нет основания. А вера — это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А чтобы иметь такую веру, если вы слушаете проповеди, читаете Библию, вы обретаете надежду. А потом говорите, «Я надеюсь», или чаще мы говорим, «Я верю, что». Но реальностью, чем-то осязаемым, эта надежда станет только тогда, когда вы услышите Божий голос, обращенный лично, напрямую, непосредственно к вам. На это нужно время. И воскресным христианам этого не дано. Им только и остается, что надеяться. Почему? Потому что они не хотят ничего для этого делать. Они живут надеждой. У них большие надежды. Они могут говорить о Библии, цитировать библейские стихи, но у них нет результатов. Почему? Потому что он не услышал. А почему он не услышал? Потому что не слушал. Потому что не слушал. Не слушал. Я и дальше могу продолжать проповедовать категориями надежды. Но в тот момент, когда я возлагаю на вас ответственность за вашу жизнь, многим это не понравилось потому что я говорю, что я не в ответе за вашу жизнь. Я могу вам проповедовать, но ваша задача — пойти дальше и провести время с Богом, как и подобает настоящим христианам, чтобы увидеть результат. А Бог видит вашу фальшь, так же, как ее видят те люди, кто понимает, что из этого выйдет. Вы можете надеяться сколько угодно, но если вы не услышите, у вашей надежды не будет опоры, а как следствие и результатов. Все, что у вас останется, — это каша в голове. И все. И все. Возможно, кому-то этого достаточно. Мне нет. Я не такой человек. Мне хватило. И я ни на секунду не собираюсь мириться с поражением, зная свой потенциал. Все, что от меня требуется, это постараться услышать. Бог хочет говорить. Проблема не в том, что Бог не говорит. Написано, что Дух Святой хочет наставить вас на всякую истину, показать вам будущее. Он хочет говорить с вами. У него есть четкая цель. Докричаться до вас. Он хочет говорить с вами. Делиться с вами. И услышать его вовсе не так сложно, как вы думаете. Послушайте, Бог, когда вы проводите время в молитве, ищете его лица, когда вам хочется быть с ним больше и больше, вы услышите его, услышите его голос, обращенный к вам, после чего придет ваш черед действовать, чтобы увидеть воплощение этого в своей жизни. Часто мы читаем Библию, видим потенциал, и изо всех сил пытаемся использовать этот потенциал в реальной жизни, не имея почвы под ногами. А что Бог вам сказал? Я не говорю о том, что Бог сказал церкви через пастора. Я вселяю в вас надежду. Я молюсь, чтобы каждый раз, когда я проповедую, Бог говорил с вами. Аллилуйя. Чтобы моя проповедь привлекла ваше внимание, помогла увидеть главное, пробудила в вас жажду, вывела из спячки. Мы не те, у кого нет основания, кто только и делает, что спит и видит сны. это такие механические христиане. Но когда вы приходите, вы сосредоточены, вы слушаете, вы наедаетесь словом, и у вас никогда не бывает такого состояния. Все наелся, хватит. Вы впитываете словно губка, сидя в кресле, слушаете, 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 как вдруг Дух Святой что-то вам говорит. Знаете, что вот, и вы это записываете. Вы можете не записывать все, что я вам говорю. Вот как надо делать записи. Возьмите ручку, тетрадку и приготовьтесь записывать параллельную проповедь. Послушать проповедь можно и на кассете, и на диске, или в церкви. Но когда он вам скажет, я хочу, чтобы завтра ты пошел туда-то и сделал то-то и то-то, запишите это. Запишите это, потому что это воплощение того, что вы услышали ранее. Божий голос является основанием вашей веры. Хорошо, дальше. Ваша духовная глухота нуждается в исцелении. Вы нуждаетесь в исцелении. Я возлагал руки на мои уши и говорил, «Господи, открой мои уши, помоги мне слышать». У меня хороший слух, но мне нужно. У Бога со слухом все в порядке, он абсолютно здоров. А вот у нас, как выяснилось, не очень. Пока ваша духовная глухота не исцелена, вы ничего не добьетесь. Чтобы добиться больших успехов, мало ходить в церковь и слушать проповеди. Величайшие достижения, грандиозные свершения ⁇ это результат исцеления от духовной глухоты когда вы ясно слышите Божий голос. Это служение родилось вовсе не потому, что я услышал помазанную проповедь. Это служение родилось в тот момент, когда я слушал помазанную проповедь и услышал Божий голос. Я сидел на трибуне, слушал проповедь и услышал слова, изменяющие мир. В тот момент я впервые услышал эти слова, и они запали мне в дух. Надо же, я их записал. Это что еще такое? Иногда Бог не говорит всего сразу. Понимаете? Вскоре после этого я был в другом месте, слушал проповедь, и через это Бог сказал мне что-то еще. Я опять все записал. Что происходит? Как это понять? Бог показывал мне кусочки мозаики, закладывая основания будущего успеха. Но я бы никогда не добился успеха, будучи духовно глухим. Я должен услышать Бога. Я должен услышать Бога. Мы хотим, чтобы вера приносила успех. Даниила 11.32. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Здесь прослеживается четкая связь. Это не просто надежда. Те, у кого есть основания, это те, кто знает Бога и добьется успеха. Кто узнает Бога по голосу, потому что Он говорит. Можно слушать проповедь, но не слышать Бога. Забегая вперед, хочу показать вам кое-что, что лежит у меня на сердце. Давайте откроем Иоанна 10.4. Смотрите, какие потрясающие слова с третьего стиха. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени, зовет по имени и выводит их. Он зовет их по имени и выводит их. Он зовет их по имени и выводит их. Четвертый стих. И когда выведет своих овец, идет перед ними. Вы слышите, идет перед ними идет перед ними. А зачем? Они могут не бояться, что угодят в ловушку. Он идет перед ними. Господь пастырь мой. Он идет впереди них. Смотрите. А овцы за ним идут, потому что знают, знают голос его. Он идет впереди них, а они идут за ним. Почему? Потому что они знают его голос. Он идет впереди них, Господи, спасибо, что Ты идешь перед нами. Спасибо, что идешь перед нами. Мы хотим идти за Ним. Но знаете ли вы, как тяжело идти за Ним, не зная Его голоса? Вы говорите, я иду за Богом. Да, что Он вам сказал? Ну, не знаю, я просто верю. Так и заблудиться недолго. Я столько раз встречал христиан. Да, они христиане, и что дальше? А где ваш пастырь? Ну, не знаю, когда я уверовал. Я хорошо его слышал. Я шел за ним. А потом у меня появились свои планы. Постойте-ка. Он идет перед нами. Я иду за ним. Я знаю его голос. Он ведет меня. Он ведет меня. Мой Бог впереди меня. И он не даст мне это значит, что я должен слушаться его. Понимаете? Иоанна 5 глава. Иоанна 5 глава, 30 стих. Здесь Иисус говорит такие слова. Послушайте. Я... Ничего не могу творить сам от себя. Кем мы себя возомнили? И Иисус сказал, ⁇ Я ничего не могу творить сам от себя ⁇ Иными словами он говорит, ⁇ Я сам ничего не могу, но смотрите, что дальше. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, потому что я услышал его. Я сам не могу судить но я сужу потому, что слышу, и это будет правильно. Почему? Ибо не ищу моей воли, но воли Отца, который... Что? 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 Постойте-ка, не спешите. Ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Смотрите, что он говорит. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу». «Как слышу?» «Как слышу?» «Как слышу?» «Как слышу?», как слышу. Как слышу. Как слышу. «Поймите, все, что я делаю, я делаю, потому что слышу. Как слышу, так и служу. И суд мой праведен, Ибо не ищу моей воли, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Итак, посланного слушать. Задача посланного слушать. Но когда я слушаю, из-за того, что я не поступаю по-своему, но исполняю волю пославшего меня, когда вы слышите волю пославшего вас, Боже мой, не говорите мне, что вы апостол и вы не слышите Бога. Посланный слышит. Посланный слышит.